Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. И сегодня мы рассмотрим такую удивительную страну, как Саудовская Аравия. Я вам покажу не небоскребы, не как живут жители, а покажу гораздо интереснее. Я вам покажу самые гигантские камни, которые возможно обнаружить на нашей планете. Это первое. А во-вторых, вы об этих камнях нигде и никакую информацию не найдете. Камни эти очень удивительные по своей структуре, по своему размеру и по форме. И давайте начну я с первого камешка. Первое, что я хочу вам показать, это посмотрите, как выглядят домики по соотношению к этому камешку. И этот камешек всего лишь небольшая часть, которая видна из-под земли. Посмотрите, какой он целостности, какой он громадный. Давайте покрутимся немножко вокруг этого камешка. Я об этих камнях уже создавал видеоролик на своем канале и показывал, но это было давно. Я думаю, многие согласятся, то что не грех повториться и показать еще раз. Тем более этому ролику уже более года, если я не ошибаюсь. И очень многие зрители не смотрели об этих камнях, так как не любят старые фильмы смотреть. Посмотрите, как по фотографии выглядит эта каменюга. Как по Google карте. Ну и, конечно, в соотношении с домами, которые находятся рядом. Ну, такой камешек здесь не единственный. Вы всегда знаете, если уж начал показывать, то я вам огромное количество интересностей покажу. Вот еще один камешек, который также торчит из-под земли. Такой же гигантский. Также я вам сегодня покажу и фотографии этих камней. Ну, не всех, конечно. Здесь их не так много, как в парках. Но все равно, штук 10 мы рассмотрим. А в принципе, их и так хорошо видать по Google карте, эти камешки. Есть камни, разрушенные временем. Как вот этот, к примеру. Есть камешки абсолютно целые. Есть фантастической формы, о которых я вам далее покажу. Как видите, здесь их очень много, таких камней. Так, ну, похожую фотографию мы рассматривали уже. Но это уже с другого ракурса и другого фотографа фотография. Также рядом домики стоят, так что можете посмотреть по соотношению к домам, какой величины этот камень. Вот здесь фотография также интересная этого же камня, я так думаю. Вот еще одна фотография, которая отчетливо нам показывает, какого размера эти камни. Посмотрите на фоне заводов. Давайте дальше продвинемся. Что я тут интересно увидел? Вот здесь также очень интересные каменные образования. Но не такие уж большие, как я вам ранее показывал. Так, давайте еще раз приподнимемся, окинем взглядом территорию и посмотрим еще меточки, какие я тут оставил.
А вот здесь уже самые интересные образования каменные. Давайте сначала по Гуглу посмотрим, как выглядит этот камешек. Теперь по фото. Вот теперь вы поняли, почему фотография эта и меточки назвал я носорог. Как видите, здесь рук отчетливо видно, а сзади то ли хвост, то ли что-то наподобие. Ну или можно с точностью да наоборот посмотреть. Это перед, это зад с хвостом. Рядом таких камешков очень много. Все они очень удивительной формы. Теперь давайте посмотрим меточку под именем змей. Также видите необычные камешки наши огромных размеров. И фотография есть. Фотография похожа на голову огромного змея. Смотрите, видно глаза, нос, рот открытый. Только, конечно, сверху мы это не увидим все. Так, еще раз приподнимемся. Вот здесь также интересный камешек. Посмотрите, как дорога этот камень обрулила. Но местный народ, наверное, настырный, и взял его, обрубил часть этого камешка. Благодаря этому мы сможем посмотреть внутреннюю структуру этого камня. Посмотрите, это огромный цельный монолит. Такой вот камешек. И рядышком. Посмотрите, также интересный. Также давайте вместе пофантазируем, что это такое может быть. Камни, а может быть окаменевшие животные и засыпанные сверху песком. Со временем, я имею в виду. Также одна из интереснейших фотографий. Посмотрите по соотношению к машине, какие вот эти вот камешки размера. Не правда ли интересно? Теперь давайте поближе посмотрим по Google карте, как все это выглядит. Видите сверху на этом камне такое ощущение, что приклеена каменная корочка. Ну, может быть, скорее всего, эта фотография не от этого места, а именно вот с этого. Именно на этом камне мы видим эту корочку, прилипшую. Так, ну что тут еще у меня интересного есть? Меточка под названием «Сволочь». А почему? Сейчас объясню. Вот посмотрите, как специалисты часть горы заретушировали. Поверьте, я по всем картам просмотрел, меня заинтересовала также мысль, а что тут ретушировать. Ну, во-первых, я вот этот кружочек увидел. Что это за кружочек непонятный? Такое ощущение, что яйцо вылупляется. Помните, как у меня видеоролики, как земля яйца несет? Так вот здесь странное такое круглое образование, которое пытается высвободиться. Также полгоры заретушировали. Интересно, что я могу сказать? И вот таких камешков здесь, дорогие друзья, очень много. А также, если спросите, что это за полосы, я вам объяснял уже. То, что это трещины в земной коре, заполнены лавой, верхний слой более рыхлый, или водной эрозией, или воздушной, уничтожен, и проявилась вот такая структура, которая раньше была трещинами в земной коре. А теперь вот такие вот стеночки образовались. А также
хотел вам показать самые большие камни. То, что я вам показал, это небольшие камешки. А самые большие камешки, вот они перед глазами вашими. Вот это и есть самые гигантские камни на нашей планете. Эти камни — это огромный монолит, только он растресканный в данный момент. А внутри это цельный камень. Также посмотрите, как трещины пересекают небольшие скальные образования. Ну и напоследок, давайте повыше приподнимемся, окинемся взглядом это место. Насколько она обезображена, это место. Сколько здесь трещин. Сколько скальных образований. Посмотрите, трещина на трещине. А на этом, дорогие друзья, я этот видеоролик буду заканчивать. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. На этом все. Всем до новых встреч.